Всем привет, друзья! С вами Олеся. И сегодня Таня приготовит для нас глинтвейн по очень-очень легкому и простому рецепту. Будем готовить его в мультиварке. Самый элементарный рецепт, как может сделать глинтвейн даже не специалист. Нам понадобится бутылка красного вина, упаковка специальной смеси со специями для глинтвейна, один лимон и апельсин. Заливаем в мультиварку красное вино, засыпаем смесь, ставим программу. Специальная программа для глинтвейна. Если будем варить в кастрюльке на плите, то смотрите, чтобы глинтвейн грелся, нагревался, но не закипал. Должен быть очень маленький огонь. Обычно куркума, палочка, корица. 3 грамма надо найти мультиповар. И час будет у нас тушиться, да? Подожди. Увариваем. Все готово, мультиварку выключаем. В готовый горячий глинтвейн добавляем порезанные дольки лимона и апельсина. И все, греемся. Приятного аппетита и всем теплой осени.